Согласно утвержденному расписанию еженедельных выездных заседаний членов Совета министров в города и районы Луганской Народной Республики, 22 февраля с рабочим визитом «Красный луч» посетили временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Виктор Грибачев, начальник управления природного надзора Артем Липчий и начальник отдела водных ресурсов Александр Савченко. На заседании присутствовали представители администрации, СМИ и жители города. В очередной раз встреча прошла в формате диалога в приемной общественного движения «Мир Луганщине». Первым прозвучал вопрос о дополнении кодекса об административных правонарушениях статьей о нарушениях правил благоустройства населенных пунктов. Ну, я так понимаю, что администрация должна инициировать это сама и вносить предложение. Почему? Потому что благоустройство – это все, так сказать, относится к администрации городов и районов. И я так понимаю. Ваши коллеги из администрации Перевальского района и из администрации города Луганска уже обращались в Народный совет для внесения в административный кодекс изменений, включения этой статьи. Вопрос, видимо, решается. Заведующего сектором по охране окружающей природной среды администрации Красного Луча Ивана Макарова интересовал вопрос о полигоне ТБО. В настоящее время на территории города существует свалка, но она была образована еще в 60-х годах и со сроком эксплуатации, расчет на срок эксплуатации до 2010 года. Краснолучским городским советом был разработан рабочий проект строительства нового полигона твердых бытовых отходов на территории отработанного пространства Краснощепотского карьера. Но в связи с отсутствием финансирования в прошлом как и на государственном, так и на местном уровне, данный проект утвержден не был. Можно ли нам рассчитывать или какие нам шаги предпринять, чтобы каким-то образом сдвинуть эту проблему? Данный полигон предусматривает не только складирование отходов Красного Луча, но и также городов-спутников, такие как Лаврушево, Петровская, Софиевский постсовет, может быть. Как-то это сказать по этому вопросу. Он всегда был тяжелый, хоть и до войны, и сейчас, послевоенный период. Бюджет, естественно, социальный, чтобы на сегодняшний день или в этом году какое-то будет выделение на строительство полигонов, я не думаю. Также рассматривались вопросы о возобновлении работы эколого-натуралистического центра для детей, о проведении операции «Чистый воздух» и разрабатывается ли законодательная и методическая база для этого. А старшего инспектора отделения надзорно-профилактической деятельности Краснолужского ГПСО МЧС ЛНР Валерия Горожанкина интересовала обслуживание и эксплуатация гидросооружений Штеровского водохранилища. МЧС ЛНР. Значит, у меня вопрос по Штеровскому водохранилищу, которое расположено на административной территории, подчиненной администрации города Красный Луч, значит, в северо-западной части города Миусинск. Данное водохранилище имеет запас объема воды порядка 3 миллионов кубометров. На сегодняшний день это водохранилище на протяжении уже нескольких лет, наверное, порядка 10 лет, является у нас безбалансовым. Каким образом и как может будет решаться, значит, передача на баланс какой-то организации, предприятию данного гидротехнического узла вместе с водохранилищем, естественно, для того, чтобы организовать там обслуживающий персонал, провести его техническое комплексное обследование, то есть обеспечить его безаварийную безопасную работу. Хотя этот вопрос многолетний, более 10 лет, и он будируется, и практически решение до сегодняшнего дня не было найдено. На сегодня администрация несет ответственность за эксплуатацию и содержание гидроузла, в том числе и водохранилища. Найти балансосодержателя на сегодня, это, конечно, проблематично и для республики, в том числе и для вашего района. И сегодня есть в МЧС постановление, министром чрезвычайной ситуации разработано, по выделению финансирования на те мероприятия, которые грозят чрезвычайной ситуации. Гости заседания, корректно ответив на вопросы, пообещали по возможности содействовать их решению.